В нашем городе с момента военных действий прекратил работу КСКЦ. По вашему мнению, когда горловчанам вновь удастся посещать любимое место? Ну, я считаю, что возобновление работы КСКЦ – это одна из наших небольших побед в городе. Сейчас нет препятствий в том, чтобы горловчане посещали КСКЦ. К сожалению, там наблюдается недостача звуковой аппаратуры, в том числе прутов, микшерских колонок. Это есть единственное препятствие к возобновлению его работы с точки зрения концерта. Те концерты, которые мы планируем еще привести в течение двух месяцев, мы планируем привести еще двух-трех исполнителей известных российских, мы обеспечим привозную аппаратуру. А что касается возобновления кружков, которые там работали, цинковой там работает, еще планируется возобновление 3-4 кружков для деток из ближайших поселков, поэтому с этим вопросом нет. Это исключительно сейчас мы работаем над художественными руководителями, чтобы они вернулись и возобновили в том числе и танцевальные кружки. Допуск к СКЦ, пожалуйста, у нас вопросов нет. Все мероприятия, которые мы планируем проводить, вот уже в зимнее время, мы будем проводить к СКЦ.